Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем доброе-доброе утро. Всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Машина минус 6 показывает, а телефон минус 13. Кому верить, не знаю. Если честно, размазала, хуже стало, чем было. Машина на солнце стоит. Наверное, на солнце стоит еще на грязь. Мы тут с Настей. Привет. Я ее сейчас везу на фотосессию. Угу. Я шапку одевать не буду, сама шмыгать носом. Да? Там она полосочки оставит. Угу. Я по традиции болею. У нас никакой конкурс без этого не обходится. У нас как конкурс, так болеем. Угу. Слушай, точно. Точно! Пора бросать эти конкурсы. Здоровее буду. Это у тебя муж нервная? Это психосоматика? Да я вообще ходить не хотела. Как я? Только два раза ходила, как я могу? Не, в этом году? Да. Ну в том-то ходила. Ну в там-то я... Я уже все выучила, ладно, что там? Ну да, я во вторник пришла, выучила все, что они учили месяц, пока меня не было. Но... Не, ну, знаете, слушайте, ну, когда есть мозги, что там учить годами-то, да? Вот именно, я пришла, значит, за вторник выучила все выходы, там смотрела на всех и там все делала, как они. Вчера у нас хореограф был, вот она там за каждое движение, там вообще, оп, тебя. Да? Вот, и там были девочки, которые, ну, ходили каждый раз, и она их постоянно ругала, я такая, она даже не заметила, что меня не было. Потому что мне ни одной претензии не сказали. Мне там сказали то, что там есть движение, где-то надо пальцы вместе собирать, вот так вот. А потом есть у нас такая типа стойка, вот так вот делаешь. И я делала вот так вот. Она такая, оп. Я думаю, зачем? Ну, столько лет бальных танцев не прошли даром. Угу. Значит, ты танцевал до категории юниоры 2, да? Танцевал же юниоры 2? Я не знаю. Мне кажется, да. Это столько медалей. Сколько? Я не помню. Где-то они лежат. Ну, 20-30. Нет, больше. А, да? Там больше 40. Больше 40, друзья. Да. Да. Помню эти времена. Я бы хотела походить на современные танцы. На современные? Мне в модельке нравится только то, что мы танцуем. Какого стиля? Ну, современные. Ну, типа хип-хоп, там, не знаю, брейк-дэнс. Что там? Вот это вот дергание такое, как... Тверк? Тверк! Не. Может быть, какой-то сейчас пилат сходит. Ну, это я и так хожу. Что там современного-то? Ну, просто называется современный танц. Там все стили. Понятно. Потверкать. Все такое, да? Это Илюха умеет. Мне кажется, это все умеют, слушайте. Тверкать. Она иногда зайдет ко мне в комнату, такой, Настя, смотри, как у меня уже хорошо получается. Такой, опа. А я так не умею. Правда? Ну да. Ну он-то тренируется, а ты-то нет. Так надо, чтобы именно булочки шевелились, а не весь ты вот так вот судорожно двигался. А у тебя не шевелится? Лечит как-то нет. Ну вот. Интересно. Слушайте, что-то как-то так объемно, вы мне не влезаете. Раньше как-то так вылазили, а сейчас не влазите. Вообще. Не влазите. О, согрелись. Да. Пространство увеличилось. О, да. Так. Мама мне там шьет чехлы. Вчера с ней опять мерили сиденья. Делали из целлофана, значит, этот... Выкройку сиденья, господи, все вылетело. Выкройку сиденья делали, значит, целлофан наложили, маркером обвели, значит, выкройку сиденья. Вот, ну, в общем-то, вот. Будут у меня чехлы сначала, а потом еще меховые накидки. Вот из той шубы, в которую Настя сказала, пойдет в хлебный, в рыбный, в молочный. Вы, надеюсь, это видели, не пропустили за этим. За кем там ты пошла, собиралась пойти там? За банкиром. Поняли? За банкиром. Хлебный, молочный, это посмотреть.
Ну, там девочки-банкиры-то ходят. Ну, по крайней мере, у нас там ходят и в хлебном, и в молочном, и в рыбном, и еще в мясной можно заглянуть. Да-да, либо в метро, либо в ленту ехать, там точно. А, ладно. Не в пятерочку. А, ты в пятерку собиралась? Нет, так лента недалеко. Как раз в шубе до ленты. В шубе до ленты? Мы с тобой вообще ни разу не опаздываем. 3 часа 5 минут. Да, вот я нам втрём. Да, вообще. Куда торопиться? Тут все заставили с двух сторон, просто думаю, как тут выехать. И они все едут куда-то, все по делам. Ну ладно, пошли домой. Пошли домой. Завтра сходим. Завтра тоже можно. А, да? Я решила сегодня, пока я еще не так плохо. А, не так еще сильно разболелась. Кстати, мне ладно. Уже не очень. Девочки, мы поедем сегодня. Ой, так красиво, что-то помада смотрится на солнце. Ой, прям вообще нравится. Прям восторг, слушайте, друзья. Ты видишь, как красиво? Ты, по-моему, всегда такой красишься. Нет, они у меня все разные. А у меня их там штук 50-100. Вот, они все разные. Это просто вам так кажется. Это обман зрения. Ну что, девочки, мальчики, поехали уже, что ли? Блин, солнце так светит. А у тебя тут нет очков? Нет, я еще так не переехала. Я только привезла тряпочку вытирать тенды. Ой, тряпочку такую для поверхности. Только тряпочка переехала. Тряпочка переехала. Вот так это вот этот пляжный коврик, который на Новый год был подарен Дедом Морозом для машины. Я вам еще говорила, что осталось дело за малым, а новая машина. А вот, видите, как мечты сбываются. А что еще у меня? Постелушка вот там. Постелила я, покрывала. Чашка для кофе. Ну, эту чашку для кофе мне подарили, да. Ой. Когда я там ковры эти заказывала в машину. Вот, ну так, обживаюсь, друзья, обживаюсь маленько. Как долго? Я бы уже давно бы все нужные манаточки собрала бы, сюда въехала бы. Я не тороплюсь. Я тяну удовольствие. Я получаю от этого удовольствие. А ты так все сделала уже? Все, дела закончились. Не волнуйся, к лету точно сюда все съедет с твоей машины. Сюда все съедет с той машины, точно. И эти, как... А вообще мне надо уже собирать чемодан. Чемодан собирать. Я... Ну да, планировать, что я там... Что у меня там, чемодан? Я еду в отпуск. В отпуск еду. В отпуск еду, поэтому надо собирать чемодан. Вот чем надо озадачиваться. Не машину загружать, а чемодан это собирать. Собирай, как я, чемодан. Я когда последнюю собиралась... ночь? Я так и делаю всегда. Вот, это самое лучшее решение. Да, я всегда так и делаю. Мне всегда заранее... Когда ты уже соберешь чемодан? Заранее не получается собрать. Все нужно, тем более там зима. Понимаю, если ты в лето бы ехала. Ты бы такая, оп, ну это мне точно купальник не нужен. А мне нужен купальник. А мне очень нужен купальник. И сланцы. И купальник. И туфли еще возьму. И платье нарядное. А, в общем, все мне нужно. Еще шапочку, чтобы голова не мерзла. Мне все нужно, друзья. Так что у меня такой серьезный отпуск. Интересный отпуск. Мы все, поехали, а то мы уже точно опоздали. Уже опоздали. Ну что, друзья. Мы же сходили в магазин, пока мы тут ездили по делам. Купил шоколад Golden Gold. Манго, ананас, маракуйя, взрывная карамель, шипучие шарики. Колбаска вязанка. Яйца селяночка. 2 упаковки. Так. Приправа для плова. Так-ка. Яблоки что-то высыпались. Яблоки. Еще приправа. Еще яйца. Любимые вафли, конечно же, не без них. А сыр. Такой вот сыр. Так, еще яйцо. И вот такая вот колбаска. Да, стрела длинная, пожарная безопасность, это сработало. Это они с соседской квартиры, получается. Ну, в мамином доме, прям в ее подъезде. Да.
молодцы, пожарные работают, сейчас что-нибудь все равно. Ну там окна-то закрыты. Ха-ха-ха. 9-й этаж. Они его разбивают, да? Получается. Просто так туда не попадешь. Ну что, я тут по дороге зашла в магазин. Купила батон, купила помидоры. Икра номер один с креветкой вот такую взяла. Еще хлебушка. Так, вот так, огурец. Колбаска и туалетная бумага. Фирменная. Так, все, больше ничего не надо. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.